В Украине сотрудники СБУ пытались предотвратить выход в эфир программы «Схемы», в которой должны были раскрыть информацию о дорогих автомобилях работников Украинской службы безопасности. Эту информацию разместил у себя в блоге на «Украинской правде» автор программы Михаил Ткач. За несколько часов до того, как программа «Схемы» должна была появиться в эфире, создатели сюжета получили письмо с подписью председателя начальника управления киевского СБУ Глуговского с предупреждением о нарушении законодательства в том случае, если программа будет допущена до выхода в эфир. Автор программы Михаил Ткач убежден, что подобные действия со стороны СБУ могут быть расценены в качестве давления на СМИ, а также о том, что они не желают разоблачать коррупционеров в своих рядах. В СБУ, в свою очередь, объяснили указанный запрет тем, что программа бы обнародовала данные о сотрудниках СБУ, которые являются строго конфиденциальной информацией.